Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в GTA San Andreas Definitive Edition. Быстрее проходим ее, как ты знаешь, как я уже говорил неоднократно, причину я объяснял, почему мы стараемся ее пройти быстрее, это технические проблемы. Вот, потому что у меня комп может сдохнуть нахрен. Вот. Прибытие домой. Мне насрать, как меня интересует, слышь, а именно сейчас, слышишь? Эй, чувак, что это за какого хрена? Hello, boss, man. Привет, большой босс. Ты как, я смотрю, весь в делах? Торино, fuck you. Иди нахрен, Торино, я вот тебе, из тебя чуть не сдох. У меня для тебя есть крошечное дельце, а затем я исчезну из твоей жизни. Знаешь что? Меня сдолбали твои крошечные дела. Хорошо, это просто жалко. Это просто жалко, хватит. Ладно, убери пушку, не смеши мои яйца. Слушай, у меня для тебя небольшой сюрприз. Ну как, готов? Возьми трубку. Там какой-то фотошоп на экране открыт. Алло? Карл, это я, красавчик. О, красавчик. Я не знаю, что произошло, они просто отпустили меня. Понять не имею, что происходит. Но я вскоре... Я в сквере напротив полицейского участка. Никуда не уходи, оки-доки. О каком крошенном деле ты говорил, Торино? Я просто хочу, чтобы ты встретил своего брата. Вали отсюда. А, он нам помог все-таки, видимо... Посодействовал, да? Доберитесь до красавчика у полицейского участка. Блин, мне кажется, за нами сейчас какая-то там погоня может быть. Типа... Ну да. Может же быть, может. По-любому. Просто так нам не дадут. А куда мы его, кстати, повезем? Сюда? Блях, ну, куда мы его повезем-то? Надо на лимузине его встречать было. Бартеллу-то. А чё, надо дальше ехать? Чё здесь? Чё здесь заворачивать-то? Так, брателлу встречаем, его отпустили. Здорово, брат. Здорово, чувак. Как оно, брател? Все нормально, чувак. Ладно, чувак, двигаем на новую хату. У нас тут теперь особняк, красавчик. Мы замутили кучу дел, так что у нас все в порядке. У нас доля в казино, а Фиер вообще полная таз. И мы взяли в себе рэпера, хотели новый прикид. Чувак, это что еще за гребаная хрень? О чем ты, чувак? Все, что у тебя есть, твое, ты же знаешь. Ты ничего не понял, да, Карл? Мне нужно проверить, что творится на районе. В этом все дело. Ты вечно делаешь вид вместо того, чтобы быть. Слушай, чувак, в районе все развалилось нахрен, тебе там не место. Нет, мое место именно там. Ты что сделал для нашего района? Брат, а район ты для нас что сам сделал? Всегда тащил меня на дно. С тех пор, как я свалил из района, жизнь наладилась. Я об этом мечтал все время. Брат, ты сейчас прямо как паровоз говоришь. Я только мы наркотой не барыжим. Ладно, чувак, как хочешь. Я покажу тебе, что творится на районе. Че, там наркотики одни? Да врубись, все нахрен развалилось, чувак. Да, в районе уже не, район уже не то, что ты хочешь. Просто отвези меня домой в мамин дом. Мне кажется, там жопа. Там балосы, наверное. Так он что, не в курсе, он что, ему там никто не донес, то, что там, ну, все жоп, как бы. Что-то как-то странно. Что там, во кореша знакомые сидели. О, балос, пожалуйста. Наркотики, вот, пожалуйста. Все, что хотите. Тачка ваша стоит. Эй, чуваки, не хотите купить блендер? Это хорошая вещь, почти... Что за байда, чувак?
Похоже, этот район заняли на реке. Поехали домой. Парень, ты дома. Убери этих ублюдков из маминого дома. Ты в нем родился, черт возьми. А почему я должен? Возьми да убери. Убей всех наркодилеров, а я, чтобы ваша банда не гробила свое здоровье. Если член банды находится под кайфом, вы не сможете воспользоваться его помощью. Так. Отвоюйте у Балс в район, убейте всех наркоторговцев. How you get so fly, huh? What you say to me? Да уйди ты, блядь, дебил. Господи, дебил кусок. Уйди нахуй, не ходи передо мной, блядь. Вот он дебил, нет? Нахуй пошел. Красавчик, блядь, по нам стреляют, если что. А подожди, у меня где-то же была. Подожди, а у меня же где-то была. Тихо. Красавчик, уйди нахуй. Ты реально только мешаешь. Блять, ну красавчик, мы пиздец. Ты реально только мешаешь, блять. Да, блять, не успеваю. Красавчик, ты идиот, блять. Красавчик, помогай. Красавчик, ты же красавчик, сука. Авторитет вырос, теперь у вас можешь пролить банду из 6 человек. Так, это зачислили, все сделали. Ладно, поехали отсюда, повидаем Кендл. Кендл может повидать меня прямо здесь, в своем доме. Но тут же ничего не осталось. Рим не сразу строился. Мой брат умеет заколебать. Да, куда он тебя этот? А, и теперь, то есть мы должны... теперь мы должны... Все заново... Помните, я отвоевывал в какой-то серии? Я же отвоевывал. Это все, да, это все было наше. Вы думаете, я буду этим заниматься, ребят? Нихера. Поверьте, я не хочу этим заниматься. А тачка-то осталась с мотиком. Блин, а как мне пройти в дом, чтобы сохраниться? Никак, возьми задание. Просто капельку радости, я слышала, ты грустишь. Так что у меня подарочек от Бидал. Эй, отстань от меня, я этим не занимаюсь. Ну давай, красавчик, давай же, тебе это понравится. Это дурь для богатых, все шишки ее бахают. А я знаю, тебе понравится, унесет всю боль. О, господи, сейчас подсядет брател наш на дурь, дурачок. Какого черта ты делаешь? Блин, ну сам наркоманом, все вокруг твердят, кокс. Я просто хочу узнать, о чем здесь кайф. Что с тобой не так, парень? Слушай, это дерьмо уже разрушило весь район. Я, может, хочу, чтобы оно и меня уничтожило. Слушай, красавчик, не нужно тебе это дерьмо? Что ты об этом знаешь? Вот к этому все и сводится в конечном итоге. Давай, красавчик, затянись по полной. Эй, дерьмо крепко тебя зацепит, не понимаешь? Эта сучка тебе мозги пудрит, а ты ведешься. Да пошли вы. Тебе придется иметь дело с Бидапом. Че, с каким Бидапом? Мы с этим дерьмом прямо сейчас все уладим. Уноси свою задницу отсюда. Какой-то Бидап, какой-то... Красавчик, ты че, ебнутый? Какая нахуй наркота, блядь? Ну-ка, пошли со мной, двое, блядь. Ребят, у меня в очередной раз крашнулась игра. Благо, крашнулась нормально, ну, то есть, крашнулась сама игра. Крашнулась только сама игра. Это не крашнулось, как бы система не крашнулась в этот раз, но мне все равно страшно. Поехали. Я не буду, ребят, заново здесь районы все захватывать. Пошли они в жопу, я уже захватывал.
Я не буду заново. В смысле? Почему-то дверь закрыта, почему-то пацаны не могут сесть. Блин, хотел пацанов. В общем, крашнулась, игра вылетела. Unreal Energy, она же на Unreal Energy. Это игра теперь. В общем, слава богу, запись там все нормально вроде бы сохранилась. Нарики сидят. О, район надо чистить. Эй, бидап, открывай, бидап. Бидап. Эй, открывай дверь, отморозок. Придурок. Йоу, дапа здесь нет, он недавно переехал. Куда он делся? Йоу, тасом труп не распускай. Говори, придурок. У меня есть кое-что, с чем в самый раз для тебя. Это дерьмо мне не надо. Сейчас тебе башку разнесу. Красавчик, а че у него пистолет? Смотрите, видали пистолет какой у него? Он на коксе сидит, парень. Да блин, да на нем... Да, должно быть что-то значит. Значит что? Слушай, придурок, выкладывай, где бидап? И мы свалим. Он живет около Глен Парка, его кореш всегда там тусуется. Его кореш. У пацана всегда есть то, что нужно. Глен Парк. Повезло тебе. Пистолет, видели, какой у него бластер был? Непрорисованный. Отправитесь в Глен Парк. Так мы же это все делали, как бы, да? Центр территории Kilo Trade. Опять мы сейчас еще территорию опять назад будем отжимать? Так мы ее же уже отжимали, эту территорию. Глен Парк, мы уже отжимали, помнишь, территорию в какой-то серии? Везде балосы, блин. Раньше наши пацаны были, теперь под балосов легли. Все понятно. Да, это Глен Парк, опять мы его опять отжимать сейчас будем. Нападить на балосы и захватить. Опять эту же самую территорию отхватывают. Ой, так. Ну, во-первых, наркотики. Зло. Наркотики зло, ребят. Это, по-моему, наркоторговец. Да. Я, так, кстати говоря, свой первый капитал поднял. Так, сидим опять здесь. Жалко, мне нельзя сказать где-то, чтобы он стоял на месте. Иди сюда. Они все по одной и той же траектории, блядь, бегают. Уйди, пожалуйста. Стой здесь. Бля, бро, стой здесь, нахуй. Бро, ну не ходи, блядь, меня перед лицом, сука. Ну не ходи, пожалуйста, мне перед лицом. Я понимаю, тебе нравится, да, ты крутой, классный, блядь. Тупой, правда, до безумия, но да, крутой. Тихо. Ну что, какие, блядь, живчики-то? Уйди, ну, блядь, ну красавчик, ебаный в рот. Я лучше пойдем, поехал, территорию позахватывал, ей-богу. Ну, честно, ну просто перед лицом бег, тот больше всего бесит. Он прям бесит, ребята. Как ему сказать, чтобы он здесь, блядь, стоял на месте? Стой на месте, нахуй. Вот опять перед лицом, опять нет, блядь. Вот смотри, что делает, пиздюк. Нет, ему надо, блядь, перед лицом встать. Он не может так. Стой рядом, блядь. Стреляй, бро. Вот разделю второй вал. Я не буду заново эти все территории отбивать. Я не хочу, в пизду. Да и зачем мы GTA-то всю пройдем, как бы, что отбивать-то? Что отбивать-то? Отбивать-то уже будет нечего. Прикрывай спину. Спину, сука, прикрывай, блядь. Тварь. Блядь, а он опять перед лицом мне встает. Ну, что с ним делать?
Не вставай мне перед лицом, чувак, прошу тебя. Ну видишь, вон чуваки бегут, прикрывай, блядь. Все, это район наш, все. Хорошо. Отлично, этот район теперь полностью наш. А беда, все нет, братан. Проверь вон тот дом. Да уйди ты нахуй! Да, блядь, урод сраный, блядь. Меня убили, нахуй. Ай, блядь, проверил тот дом, блядь. Урод стоит прямо у меня перед лицом, блядь. Ты дебил, блядь, красавчик, сука, или как тебя там, урод? Брат, какой же у нас тупорылый брат, блядь. И как я понимаю, что я не люблю ёбаных союзников в этой игре, блядь. Какие же они, сука, тупые. Глен Парк, да, вызов, блядь, на Глен Парк. Эй, да вы уже не те, у меня не было выбора, мне угрожали, этот босс все замутил. Шлеп мне этого ублюдка, парень, я устал слушать его хрень. Не надо, просто друг паровоз совсем с катушек съехал. У него паранойя, из дома не вылазит, думает, что пацаны хотят забрать его бизнес. Где паровоз? Не могу сказать. Тогда я выжжу твои проклятые яйца. Брат, я ничего не могу сказать, потому что я не знаю, только самые приближенные знают. Я тебе все равно подрявлю. Медведь, эй, медведь, дуй, блин, сюда. Что случилось, ваша светлость? Разберись с этим ублюдком, получишь четверть упаковки наркоты. Давайте за дело. Вали их, что с тобой нахер? Ты слышишь, что я сказал? Не хочу больше курить, я устал от крека. А меня задрало дело, что-то делал там. Твою мать, чувак, какого хрена ты, что ты делаешь? Сиджей, возьми меня обратно в команду. Дай 20 баксов, и я с вами, чувак. Привет из прошлого. Ну давай прокатимся, брат. Я отвезу тебя на одно место, тебе там это. Я отвезу медведя, братишка. Да, вали давай нахуй. Куда едем, красавчик? Куда-то, где нам, да, ладно, давай, я согласен. Туда, где нам, да, давай. Ужас. Ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ту. Поехали тебе до этой миссии, вот до этой. Может, здесь сейчас еще одна миссия откроется, я не знаю. Поехали, у этого поделаем. Си-Джей там этот. Блин, надеюсь, игра не крашнет. Она уже крашнула. Я не хочу. Она задолбала крашиться. Ну, благо, я говорю то, что крашнулось, все нормально. Как же меня, ребята, бесят вот эти NPC-шники. Они встают просто у тебя перед лицом. Просто перед лицом, вы видели, да? Он сам встает перед лицом, я сделать ничего не могу. Кстати, я еду, а у меня даже брони нет. Надо было заскочить в эту, в оружейку. Броню хотя бы взять. А у меня даже брони нету. Хотел повернуть, повернул прям в стену. Да. Кто это? Здравствуй, Клод, милый. Я звоню, чтобы сказать, как сильно люблю тебя. И как восхищаюсь твоим хозяйством. Нет, Каталина, это Карл. Я думаю, что ты ошиблась с номером. О, Карл. О, прости, знаешь, как легко ошибиться. Особенно, когда любовь, страсть так вскружила мне голову. Да, да, да. Времени нет пока. В общем, короче говоря, она там кому-то... Да, за обе щеки. Вот, и типа делать вид, что нас любит. Лишить голоса. Эй, Кекс, как дела? Эй, Сиджи, как сам, да, малыш? Терпи, солнышко, ты можешь, ради меня, гребаные северяне.
Нет, 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 Маркер, сопротивляйся желанию. Думай, скажем, о Тэтчер. Пора мне вернуться на сцену. Я знаю, старина, так что же тебя удерживает? Эй, погоди, это его видео. Погляжу на этого придурка. Чувак, ты же теперь в норме. Тебе не о чем париться. Сраный фальшивый Лок. Лок, но он же ужасен. Ублюдок, ты знал, что где-то я уже слышал эти рифмы? Он спер мой раймбук. Это мы сперли. Для Лока. Это мои бабки, это мои девки. Это мой клип, он сегодня снимает. Ну ладно, пора нам выйти на сцену. Давай заедем туда без предупреждения. Да, вот это да, ништяк, конечно. Лок, помните, которому помогали? Я люблю тебя, Мэгги, я люблю тебя, Мэгги. Черт, ты с головой совсем не дружишь. Он все время дрюкает. Дрюкает. Отведи бешеного пса на съемки видеоклипа. А на этом ехать обязательно? Давай заглянем к О'Джею, может удастся похерить его съемку клипа и вернуть нам мой рамбук. У тебя появился стиль, малыш. Я думаю, на самом деле нам бы другую тачку бы надо. И другую тачку в смысле того, что какую-то побыстрее бы надо. Ну, не побыстрее, а получше. Оу! А здесь тачек нормальных нету. Вот тачка есть. Нет, это говно тачек. Это тачка говно. Да здесь какие-то сутенерские одни тачки-то, алло. Просто эта тачка открытая такая, нехорошая. Мне таксишку что ли взять? Вроде здесь богатый район, да, а тачки все какие-то сутенерские ездят. Что за бред? Просто на этом баге мы хрен куда уедем с вами. Блин, придется, наверное, взять... Да стой ты, падла! Козел! Возьмем вот это. Да, блядь, тут мент. В пизду поедем на баги, блядь. Этот уехал, там мент. Не хочу привлекать лишнее внимание. Ну просто на баги хуйня, ребят. Дай вот этот грузовичок, давай, пошли. Пошли вот этот, сядем, пикапчик. Как это, грузовичок, не грузовичок, как его? Джипик, джипик, садись, чувак. Садись. Так, у него интервью берет, давай-ка попортим что-то там. Ты жулик хренов, сучоныш. А ну гони мой раймбук. Гони сюда мою... А, нам даже не надо тачку, отдавай моих шлюх. Он сваливает. Кекс быстрее за ним. А что надо сделать? Его убить? А, интересно. Держись от меня подальше. А как нам его убить-то? Его, чтобы убить, надо догнать. Ты застрял в прошлом. Ой, да ладно-ка. А сейчас... Да, блядь, все пиздец, да? Ну, блядь, это говно не едет, а еще это говно не стреляет. Ну, блядь, все нахуй. Я еще на экран, блядь, плюнул. Жопа. Что за бред? Че он как хуёво стреляет, кстати? Он, кстати, да, стреляет, видите, вот так вот, вот так вот. Мне его надо где-то перехватить, получается. Да, блять, вообще эта хуйня неуправляемая. Я чуть влево, чуть-чуть вправо, она все, она неуправляемая. Я думал, мы друзья.
Она вообще хреново управляется. Я даже его догнать не могу, чтобы сравняться, мне надо... Да, блять, я его догнать просто не могу, чтобы его как-то угробить, мне надо его догнать. Алло, братиш. Ты бальчиш. Блять, пиздец. Ну и гонка отвратная. Блять, а эта хуйня вообще не едет, ребят. Ну, ну не едет это говно. Да блять. Пизду опять проиграл. Ну не едет это говно. Честно. Блять, а мы пиздец, как будто по маслу, блять. Как будто сковородка, блядь. Блядь, я попасть не могу. А слушайте, я вам... Я просто, блядь, попасть не могу, ребят. Я просто в дырку, блядь, попасть не могу. Как в реальной жизни, нахуй. Блядь, да как ты едешь, ты кусок? Да едь ты, блядь. Поехали, нахуй, туда. Не будем ехать, так? Я выехать не могу. Кусок говна. Кусок говна долбанного. Он меня ждет там, что ли, наверху? Теперь на картах, блядь, серьезно? Что за херня? Слава богу, там он меня ждал, и мне не засчитали провал миссии, ребят, потому что это жопа полнейшая. И что, мы дадим ему на карт сесть? Что за бред, блядь? И он нам не дает себя догнать, кстати говоря, я заметил. Ну, карты вроде получше, ладно. Вроде бы. Не, у них тоже управляемость пиздецкая резкая, ребят. Трындец. Да, видите, как только я к нему приближаюсь, он начинает отрываться. То есть он не дает мне себя догнать. Трындец, он резко. Видите, сейчас смотреть буду приближаться. Видите, он специально отрывается. То есть нам не дают его догнать. Что за детская ребеч? Сначала на этих, потом на картах. Чему просто пулю в голову не пустить? Что за бред? Что за бред? Что за ребячество, блядь? Уйди нахуй. Почему ты не можешь сиджи, и почему-то вперед не может стрелять из-за этой штуки. Видите, он только влево-вправо может почему-то стрелять. Да, он не дает себя догнать. И это проблема. Почему ты вперед не можешь стрелять? Убили бы его нахер и все. Некое какое-то испытание, блин. Дальше на чем? На самолетиках полетим? Дальше на фургонах, блядь, поедем. Что ли? Ты жулик!
Ты ничего не можешь доказать, чувак. Слушай, Джеффри, ты ублюдок, настоящий сучоныш. Ты кинул меня и моего брата. Я же артист, мы все делаем ошибки, правда, алканавтик? Ты не артист, ты халявщик, ты подделка. Чувак, я собирался поблагодарить тебя в следующем альбоме, но вот гонорар, разбирай, и это все еще. Сучья отродье, я из твоей жопы это дерьмо вытрясу, пасть порву на... Да ты жулик. Мистер Кекс и Джимми Сальвери, Бластер Фулс Рекордс. Так, спокойно, я его менеджер. Если хотите поговорить, говорите со мной. Ну ладно, рад познакомиться с джентльменом. Давайте поговорим, мне нужны хиты, настоящие хиты. Теперь, что касается этого парня, этого жулика, у меня огромное желание затаскать его по судам. Да зависит от меня уже. Эй, Лок, притащи-ка нам его. Сейчас получишь свой ланч. Прости, Ганс, но даже и не думай. Чувак, да ну тебя. Эй, пусти, не толкай меня, не пихай меня. Все, забрали мы его. Пиздец, в миссии пиздец. Че это? Убегает вор. Догоняйте, сотрудник полиции, догоняйте. Там вор убегает. Спасибо. А я, пожалуй, возьму машинку и прокачусь. Так, не буду я никакие районы зачищать, пошли они в жопу. Я это уже делал, ребят, на какой-то серии, потратил время. Даже там за серией, так сказать, пришлось перезахватывать. Игра меня просто вышвырнула из города, сказала, иди в жопу. Отобрала все оружие, которым там собрали. Пошлите на последнее задание, я думаю, сейчас. Или сейчас серию закончим. А может сейчас... А есть что-нибудь посерьезнее? Там миниганы, там... Штурмовые винтовки... Ничего нету из оружия. Оружие, по-моему, тоже урезали нахрен. Раньше, по-моему, оружие все было больше и лучше. По-моему, там сразу приезжаешь и миниганы, можно РПГ было купить. А сейчас что-то... Где это все? Где это все? Где эти миниганы? Кинга Ласо, фото. Вот, поехали на букву КС. Наверное, сейчас да, наверное, сейчас сохранимся, ребят, наверное, серию закончим. И следующую серию уже. Следующую серию уже продолжим. Съедем здесь, я думаю. Машина едет, как хочет. Ух, что эти спорткары. Да, давайте, ребят, на этом закончим. Уже в следующей серии продолжим. Эсочку тут доделаем. Нам никто не позвонит. Давайте выйдем, послушаем. Может, кто-то позвонит нам? Какое-нибудь задание даст? Нет. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.